погуляли круто. Прям, знаете, очень кое-что напоминает. Вот именно это. Всем здорово, я пошел встречаться с Серегой Гиберлейном, известный блогер и тоже физик. Вот, сейчас с ними немножко пошатаемся по городу и вечером пойдем на регистрацию. И Гиберлейн! Здорово. Вы тебе здорово идешь. Да какой там, блин, я специально на беспилотке ради тебя сидел 3 дня, чтобы... Сегодня, слушай, погода жарко, какая вообще от раз просто. Иди, пике, отдай. Так что я нормально приехал. Что, всем твоим подписчикам привет. Всем моим 200, там 50 или 260. Пока мало чего. А сколько ты уже ведешь? Ну где-то, может, чуть меньше месяца, может. Девочку взять с ней потенциально. Так, сейчас идем по московскому Арбату. Красотища. Че хоть, Серега, расскажи, какие у тебя планы? Ты хочешь выступать, наверное, снова? Сколько ты уже не выступаешь? Вот, получается, год как раз. Год, да? Год назад, да, когда мы... Ты ездил? Нет, спасибо, кальян не курим. Тогда я как раз и готовился. Так, а ты в Данию, да, еще гонял с Мироновым, Серегой? Зависть. Зависть. Дорого вышло? Или тебя тоже кто-нибудь проспонсировал? Там же еще взносы есть, поэтому... Все вместе 1050. Ну, то есть... ну, в принципе, не так дорого. Я бы тоже сейчас за полтинник скатался. Ну, и причем там потом... как бы окупилось там, ну не все, а дорога. Сколько выигрыш был? А там выигрыша не было, но там были всякие типа такие, ну там система, то есть сразу предложили нам пофоткаться, там еще что-то, ну за все это бабки как бы платили. Так, а мы сейчас пошли в МАК, чтобы Серега поднабрал массы, я буду на него смотреть и слюни пускать. Так мы в МАК, да, все-таки идем? А что ты куда хочешь? Хер знает, может взять какую-нибудь. Не, ну смотри. Давай посмотрим, что здесь есть. Русский самовар. Какой-нибудь это, блядь. Так, мы зашли в Макдональдс. И что мы выбрали в меню? В меню Макдональдса. Это новое меню. Новое спортивное диетическое меню. Очень вкусное. Так. Сейчас... Московский тренд. Московская мода. Блять, нормально это часов. До хрена точек можно куда-нибудь поехать и там оставить. Ну, не обязательно возвращать его на то место. Короче, мы решили взять транспорт. У нас выбор был, да, между геликом, короче, и великом. Ой, я его включил. Сейчас поедет. Сейчас он поедет. Ладно,
Можно вон ту взять. Это. Вон стоит моя. Вон она, блин, думаю, где я ее оставил? Она наверху. Нет, твою вон, твою уже разобрали. Что там? Кальян есть там, кальян. Блин, мне в твой загар, слушай, вообще. Загар тебе? Загар. На соревнования. Ну, я бы прям такой же вышел бы. Вижу, что как. Да, ты вообще он... А, вот. Вот, видишь, типа, вот это типа луна будет. Видишь, вот этими всякими действиями, движениями. Он так просто делает, смотри. Вот просто раз, это может быть, что уже не будет. В итоге там будет свет лет. Ну, вообще очень просто все делать. А дальше одну только тебя получится. Ага. Сейчас раз, это быстренько уже сделать, как понятно. Еще, блядь, банки крутит там. Как бармен. Вообще, это бывший бармен, если у него баллончиков дома много осталось, маляр, да? И он решил вот так вот бабки рубить. Сейчас луна будет, смотри. На корм добавить ему? На корм? Ну, конечно. Это что вообще? Это шиншилла, кормилась. Шиншилла. Просто у нас у вас камера, я вот первую такую вижу. Что это? Это маленькая такая, маленький телевизор. Как ваши животные. Ну-ка, посмотри мне сюда. Какая прикольная штука. Все. Хана ему. Пальцы слюня, мерзавец считает червончики. Джокер из Бэтмена. Здесь просто центральный дом актера. Он, видимо, сразу вышел оттуда. Это сегодня его день, сегодня его сцена. Ответственный мчит в какой-то подъезд. В карты проиграл. Да он экзамен просто сдает, вот, там из окна смотрит. А, это, наверное, этот, задание в... Миронов, кстати, знает Серега. В пикап-мастерстве. Это он ходит, открывается. Он открывается. Чтобы перед людьми. Сняться, да, он выходит на это. Ну, красавчик. Итак, мы с Серегой пошли встречать Леху Широчкина. Слава, если смотрит, сейчас такое. Слава по-любому, да, посмотрит и будет радоваться. Слава, привет. Душой. Славчик. По счастливой случайности просто три человека из Тольятти, из Челябинска и из Питера встретились в Москве. Здорово! Слушайте, видимо, вас часто складывается впечатление, что мы все давно живем в Москве, но такого не хера. Я-то вообще, мне кажется, у моих подписчиков складывается впечатление, что я мажорик, и каждые выходные гоняю в Москву. Да, здесь Noise MC. И это прямая трансляция с ночного дозора. Три. Всем похуй на ночной дозор. Всем уже пиу. Все уже забыли. Вот, вот это здание. Там, помните, машинка вот так... Да, машинка вот так... Типа это как рампа. Там-там-там-там-та-дам-та-дам. Кальян. О, нихера себе, кальян, огромный кальян. Рыба, а за ней кальян, короче. Блин, ну, короче, мы в Лас-Вегасе. Это Лас-Вегас, Москва, дед. Это прямая трансляция с Олимпии. Олимпик Про. Я пришел подвинуть Гусева. Денис, если что, прости. Хотя я попиарюсь. А можно нас подвинуть, пожалуйста? Да, у него будет конфликт. Да-да-да. По поводу, на фоне этого я пропиарюсь. Саша, здесь клуб есть. Вон, в концертный зал, правильно? Нет? А, я не знаю, что... Вот они мы. Молодой человек, сумочку. Вот, блин. Регистрейшн. Прям тут сад. А вот это Екатерина Абрамова. Мой тренер. Номер два. Какая красотка.
Ну, ушла, конечно, красотка не спит никогда. Ой. А собутыльник, покажи ногами. Собутыльники. Завтрашние. Будет завтра, да. Сегодня не будут. Жалко, следующий надо сейчас записать. У нее присутка вообще что-то. Блин, а что, какой город писать? Дата, дата рождения моя. Каждый график пиши Москва, 2 марта. Так, регистрация полным ходом. Физики раздеваются. Рай для девчонок. Так, ну вот и наступил день соревнований. Ночь прошла хорошо, я выспался. Сейчас пока намазал один слой грима. Очень хочется пить. Вот. И потихонечку сейчас до соревнований буду грузиться овсяночкой, наверное. Как раз я вчера проходит. Опять же, в гостинице «Космос», но в концертном зале. Ты как всегда, с сигаркой. Да? Приветствую. Да. Что, все, стенд здесь ваш будет? Ну да, думаю. Он, ну, сам концерт. Ну мы подойдем еще. Да, обязательно. Да хорошо. Готовенький? Все. Конечно. Самого, ты побавился. Ты своих-то привел? Я только спите. А, нормально. Эти ребята отдыхают на Кубке Шенкин. Может, там тоже увидимся. Обязательно увидимся. Витек Симкин. Ребята, смотрите, какая девчонка. Обалдеть. Так, а это же... Дима Воробей. О, привет. Здорово. Так, снимаешь? На стенде, привет, да. Привет всем. А чем, как форма? Да не знаю. Пойдет. Заряжен на первое место? Да. Прям. Хотя абсолютно бы свою категорию. Но на абсолютку, да. Слушайте, пошла съемка. Тут у нас девчонки гримируются. Тут у нас минутка романтической нотки, не то что в ЛДМ, люди дохли без воздуха. Видите, как здесь просторно. Серега мажет Никитку, есть чем подышать. Серега у нас граффитист. Никит сейчас штаны слишком сильно приспустил. Как ни странно, девчонки мажут ребят, а у нас тут Серега мажет Никит. Ну да, своя атмосфера. Но гомо. По-украински. Девчонки прыгают в женском туалете. Да вроде нормальная, высокая. Ну ничего, попрыгали. Как бы у пацанов сейчас комплексы у некоторых, но ничего, нормально. Что там происходит у нас? Девчонки глазки красят. Что? Ну, очень мало. Я думаю, что нужно будет еще слой бахать. Еще? Думаю, что да. Ну-ка, пресс, зацени под свет немножко. У вас орангелов. Угу, нормально. Спонтанный. Нет, я не спонтанный, это ты опоздал. Это ты уже опоздал. А я тут говорил как раз про Питер, про ЛДМ, и тут есть сколько воздуха. Андрюх ходит давно не в ЛДМ, все происходит в огромном СКК. Там очень много света, воздуха, там супер. Такие пироги. Почти. Мы находимся на соревнованиях по бодибилдингу. Готово, я прошу спортсменов выйти на сцену для абсолютно уверенно классический бодибилдинг. Все очень хорошо. Которые выиграли свои категории, мы также с Лешей спортсмены, как бы выступающие. Вот. Сегодня болеем за Челябинск. Давай за Челябинск. Никита, за тебя.
Вот начало занятия, 2006. Перерывом на декрет. Да, нормальные девчонки. И хобби кроссфит, виндсерфинг и сноуборд. 384. Номеров покажите, пожалуйста, мне. Если мне его не видно, судьи его не видят точно. 386, 387, 388, 390. Номеров. 394, 399. 3383. Город Челябинск. Место работы Проспорт. Тренируется под руководством Екатерины Абрамовой и Вячеслава Волковой. Хобби блогер. Чемпион Алекс Фитц в Men's Physique Bikini Stars в категории 180 см в 2016 году. Двукратный вице-чемпион Уральского федерального округа. В Москве Никита, номер 380. Короче, уже усосали бутыль винишка. Никит выиграл свою категорию. Пятое место. Красавчик, заранее. Мы тут отрасали камеру. Никит, когда ты там будешь смонтировать свой блог, ты нас извиняй, мы тут забухались, короче, и забыли снять себе. Да, блядь. Но мы снимем абсолютно. Москвин лучший! Балай, пилай, тащи! Поворот направо. Поворот. Итак, ждем имя абсолютного чемпиона. Пьеса. Результаты. Дальше нас ждет категория фитнес женщины. Самая красочная категория турнира. В активной части наших соревнований у нас будут 5. Екатерина Абрамова, поднимайте на сцену, день рождения. Москвин Никита! Абсолютный победитель Кубка Москвы! Никитос! Красавчик! Ничего. На самом деле, Москвин Никита, я прошу тебя на сцену, мы там просто сфотографируемся, раз у нас нет какой-то особой награды. Екатерина Абрамова. Да, две Абрамовы. Никита красавчик. Я предлагаю всех пятером сфотографироваться. Девочек поставить Никиту. Тима тоже красавчик. Ребятами. Все молодцы. Центр поставить Никиту. Да. Две Абрамовы. Катя Абрамова, Нина Абрамова. Хватает только семьи Каменского. Спасибо большое. Улыбаемся. Большое вам спасибо. Да. Достойный чемпион. Первый абсолютный чемпион Москвы, Никита Москвин. Сейчас нас ждет категория фитнес. Красавчик, Никитос, бам-бам-бам. Занять свои места. У нас 5 спортсменов, и мы начинаем по правилам с произвольной программы. Категорию фитнес. Что ждет сегодня, Москвы, Никита? Да, сегодня ждет жесткая тусовка. Да. Извини, Никит, что мы опустили эту бутылку без тебя. Как бы на соревнованиях тебе нельзя было быть виновным, а вино оно обезвоживает, братан. Поэтому ты вышел, выиграл, и дальше будем гулять уже вместе, да? Поприветствую на нас, судья. Идем поздравлять Никита сразу с соревнований. Идем за кулисы с Серегой. И посмотрите, народ все же собирается. Народ собирается. Изначально было понятно. Давай я тебя сфоткаю с ней. Давай, такой момент на видео. Я вас фоткаю. Можешь полубоку кстати, свои чеки? Вот, молодец, красиво. Вот так, на камеру. И вот это беседа. Вот так, пойдем. Пацаны уже с медальками выходят. Вон Виктор Симкин у нас тут тусуется. Такая атмосфера фитнесовая, фитнесовая атмосфера. Все зожники, а мы с Серегой идем бухие. Гуляем и ко всем, до всех докапываемся. Давай попозже сюда зайдем. Вот, молодец, медалька, вся херня. Это был Сарк. Да? Да. Я как бы про себя говорил, у меня медальки здесь под кофты, а он тут говорит спасибо. Мы идем поздравлять друга за кулисы, мы его гримировали. А, нельзя да. с таким нельзя. С каким нельзя? С камерой? Мы уже проходили. Нет, с таким нельзя. Вот просто что ж так сказали, сбежать, спросить, как твои ребят, впечатления? Ребят, я первый, я стал чемпионом. Не просто первый. Я стал абсолютным чемпионом Москвы. Ура. Да. Спасибо. Так что судейство достаточно, я считаю, объективное. Я очень рада, потому что ребята все были.
Но честно. Взяла всех победителей. Очень рада. Все перспективные. Посмотрим дальше. Чемпионат Европы. Россия. Молодец. Еще раз. Тебе так вот оп сделаем. Not like reality.